Всех приветствую. На улице потеплело. Вот после тридцаточки заводим трактор. Так, стоял котел подогрева у меня включенным. Так, как всегда, заводим гидравлику, отключаем. Нейтралку между повышенной и пониженной. Ждем свечки. Свеча накала потухла. Заводим. Сцепление не выжимаю. Так, немножко погудели. Включаем коробку, отпускаем сцепление, пошел в нагрузочку, ну и все, дальше можно включать гидравлику на кун, ну и минут 10 пускай потарабанит, погреется. Будем ковшик пока, а дальше видно, и едем дальше, все подцеплено, тащим сани на свалку. Да. Походу уже замело, у нас сегодня тепло, буран. Только снегу. Что, трактор тащит? Что, едем дальше? Трактор нагрелся. Ну, где-то здесь. И вывалим. Мы переворачиваем. Ну, вот так идет процесс. Переворачиваем сани. Вот так вот навоз. Ну, вот так все получается. Больше вылазишь, да залазишь. Едем до дома. Под утро лисичка лазила, еще не совсем задула. Не забываем обвивать ноги от снега. Едем дальше. Так, отцепляем ковшик, цепляем вилы.
замочек. Так, сейчас выйдем, подцепим шланги. Все, поедем спиртовать. Так, приступим к погрузке. Надо перевести вот эту вот скирду. Погрузка арбы занимает минут 10 и больше. На улице тепло сегодня, окна потеют, а осталось еще столько же. Ну вот и все, загрузка закончена. Вторая арба. Так. Осталось заскирдовать возле денника. Подскирдуем поближе. Так далеко таскать. Заодно и барашек покормим. Пусть порадуется. Вот так это все получилось. Бери, докидай. Раньше это, конечно, все делали гусеничным трактором, подтягивали. Но потом со скирды это все тяжело берется, сено упрессованное. Сейчас куном это намного легче. Подвезем маленько зерна скотине, чтобы не таскать. А, так, ячмень. Зацепил опять ковшик. Хорошо, что есть быстросъем. Иначе бы я так часто не менял орудие. Заодно вывезем навоз. Так вот и пролетают дни в сельской местности. Вот и последнее на сегодня дело. Бочку канализацию притащили. Вот и день закончился. Все, залазим. Не забываем обстучать ноги. Опа.